Друзья, всем привет! Нахожусь в терминале Т1 Б. Есть люди, терминал живой, все работает. Всем хорошего вечера, хорошего дня, кому дня, кому ночи. Подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. Тут вот сдаются машины, Европкар, Сикст и очень много чего. Автоматы, водичка продается. Ну, видите, движение идет. Люди приезжают, отъезжают. Я всегда тоже на взлете. Прилететь, улететь. Подписывайтесь на канал, звоните. Пишите, всегда всем рад. Водичка. А что тут у нас цены? Какие у нас цены, допустим? А, смотрите, цены в аэропорту. Допустим, 2 евро, евро 80, евро 90. Чипсики евро 80. 3 евро чаек. Вот Фанта тоже 3 евро, Кока-Колка. Я не знаю, сколько. 0,5, 3 евро тоже. Кола-Као, вон, желтенькая, маленькая, 2 евро. Сачок, он 2 евро. Водичка, рубль 80. Вот тут что тут? Твикс, рубль 70, я люблю Твикс. Сникерс маленький, рубль 70. 2,20, вот такой круассанчик. Друзья, всем рад, всем это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я всегда стараюсь быть на волне всего происходящего. Ну, есть немного людей. Время, на секундочку, время у нас, наверное, часов уже 12. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И дизлайки тоже.